вопрос к залу. Мы даем правильный ответ? Или просто ставим оценку? Даем. Итак, по правилам этикета яичница подается в том, в чем ее делают. В сковороде исключительный вариант, в отличие от всех остальных блюд. И второе, при том, как вы едите яичницу, вы не употребляете... Сейчас выступает следующая конкурсантка, Новикова Ольга, ее номер 5. Пожалуйста, Оля, к микрофону подойдем на сцене. Итак, вопрос. Срезали мясо, да. Все равно ответ остается неверным, потому что брать за косточку можно только птицу и никак нельзя свинину. Я слышу бурную реакцию зала. Судя по всему, эти нюансы для всех довольно интересны. Как косточку, вилочкой или ножичком, куда ее потом, в таком духе. Ну, итак, следующая конкурсантка, Кузьмина Наталья, номер 6. Поаплодировали, пожалуйста. Вопрос по этикету. Представь себе, что вот Дима и ты прощаетесь на морозе. На улице холодно, и у того и другого на руках перчатки. Что разрешает вам этикет? Снимать перчатки ни тому, ни другому, не снимать ни тому, ни другому. Или один из вас может снять, второй может остаться в перчатке. Пожалуйста. Я думаю, этикет разрешает снимать перчатку только мужчинам, но не снимать женщинам. Ответ принят. Когда девушка обращается с юношей, она может не снимать перчатки по этикету. Ну а теперь следующая конкурсантка, Злобина Юлия. Номер 8. Похлопали, пожалуйста. Thank you.